В нашем районе на всех уровнях прилагаются большие усилия для того, чтобы повысить качество образования. Необходимо обеспечить современную материально-техническую базу в образовательных учреждениях. Мы побывали в школе номер 5, где есть зримые перемены к лучшему. В День знаний 1 сентября прошлого года в 5-й средней школе был открыт после серьезного ремонта новый корпус, что позволило создать здесь дополнительно 100 учебных мест и перевести это учебное заведение на односменный режим работы. И отлично отремонтированный корпус был оснащен мебелью, специальным учебным оборудованием. Учащиеся проводят за партой много времени. От организации рабочего места зависят не только их успеваемость, но и здоровье. В новых столах учтены все нормы и требования к рабочему месту школьника. На 12 миллионов было получено оборудование во все кабинеты. Вы сегодня проходили и видели прекрасные кабинеты, которые парты антивандальные, ростовые, наклонные. То есть все требования, которые сегодня необходимы для современной школы. Кабинет технологии оборудован по последнему слову техники. То есть там такое оборудование, которое позволяет ребятам изучать практически и слесарное, и токарное дело. В кабинете технологии есть интерактивная доска и 3D-принтер, что облегчает процесс получения знаний и дает новые возможности для освоения тонкостей предмета. Ребята приобретают полезные и ценные для жизни навыки. Есть и те, кто в ходе процесса обучения присматриваются к выбору будущей профессии. Также был полностью отремонтирован малый спортивный зал в здании, где обучаются школьники младших классов. У ребят появились новые раздевалки с душевыми кабинами. Учащиеся с удовольствием занимаются физкультурой, участвуют в соревнованиях. Конечно, все эти изменения к лучшему не только повышают комфортность обучения, но и улучшают его качество. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».